Потому что у меня, видно, плохо слышно. Игнатий Евгеньевич, мир вам? Да. Меня слышно? Да. Игнатий Евгеньевич, в притче сказано, ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Что значит 7 раз упадет праведник и встанет? Иоанн Златоуст разъясняет так: сколько раз пал, столько и вставай. Я не одобряю падение. Поэта Нил Синайский говорит: согрешить – это дело человеческое, а отчаиваться – дело сатанинское. Вот в этом все. А цифра 7 – это случайно поставлена, да? Что? Цифра 7 случайно поставлена или нет? Или это предел какой-то? Что-то никак не ухвачу. В Вовке-то нет. Я в автобусе. Цифра 7. Это случайно написано или это предел? Ну, полнота. Полнота. Везде все 7. 7 цветов. 7 цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 7. У человека сколько на голове? 2 глаза. Назвали рот уши здесь. 7. И звуки до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Все на 7 делится. Вот Панов, который доказывал, что все на 7, у него это все подробно. Если хотите, можно посмотреть в интернете. Он видит, как все отдельным смыслом написано в Библии, в оригинале, делится на 7. И женщина, сколько курица, сколько парит, все, по сути дела, делится на 7. И неделя 7-дневная. Что интересно, сколько разных национальностей находят новые. Люди разные, они даже не знают о существовании континентов. Но у всех есть 3 события, условия, которые одинаковы. Все верят, что был потоп. 2. Верят, что будет суд. И у всех 7-дневная неделя. Хотя Новый год в разные времена начинается, и продолжительность его разная. Если говорится вот там Адар, то через 4 года Адар, дополнительный месяц, не как в феврале. То есть 7 – это Божие, ну и об этом говорится, 7 цветов радуги. Вот одинаково. Откуда 7-дневная неделя? Китайцы, таиландцы, и каких только нет было. У всех 7. И с этим надо согласиться. И получается, падение человеческое тоже в полноте произошло. Ну, а ты говорит об этом, что даже не 7, а может быть 77. И тогда, говорит, прости. Цифра 7, ее нельзя буквально только понимать. Очень часто говорится о полноте. Полная. Давайте, кто там что? Вот тут вопрос задавали. Что там? Самое главное, я уже начал говорить, закончу. Вопрос был задан там у Христа, какое дело, что там о полноте, о славе. Надо смотреть, Слово Божие говорит. Славу, которую ты дал мне, я дал им. Это покорность воле Божией, да будет воля твоя. В этом самое главное, что в жизни Христа было. А за этим идет все остальное. Искупление рода человеческого, покорность, продление событий дальше. Господь так говорит: я Отец одно, 10:30 Евангелия от Иоанна. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Которая была у меня прежде бытия мира. Все в этом находится. И когда говорится, силы небесные поколеблются, я разговаривал с разными сектантами. Что это такое? Ни один никто не отвечает. Но все, которые отходят, даже у нас бывшие, они сразу бросаются на то, что учителей нету.
Учителя не надо, главное Библия. А Библию он куростает, как хочет, и не понимает. Там животные инстинкты, господство, которые были вот здесь, я не хочу называть даже. Я недавно тут у них был, они вот зададут что-то, они там месяцами юлозят и юлозят там про чего-то. Давайте вот спорят обо всем. А я выставил такие важные материалы, просто чтобы знали они, относительно клятвы. В каком томе сказал Златоуст, это громаднейший труд. А ну сразу меня обругали и все. То есть там ничего нету, я понял, ничего нету. А с нами вступай в спор, будем спорить. Разве Бог сказал спорить? Бог дает единение, для этого дал учителей толкование. Вот в Ветхом Завете, когда я вел занятия в университетах, Новый Завет проходили, из Ветхого Завета «Песня песней». «Песня песней». Ну, я нашел ее там готическим шрифтом, немецкая. Только я не понял, католическая это или лютеранская. Ну, нигде не проявляется. Ну, я его перевел, потом перепечатал на русский язык. Ну, и проводили несколько раз. У меня 5-летняя программа была. А вот теперь есть такая книга, которая все, что толковали святые отцы, собрал в одно, и там графики выстроил. Отец Геннадий Фаст. У него где-то 880 страниц, наверное, книга. По песне песней только. Пользовался ли он там немецким, я не знаю, потому что немецкий знает совершенно. Как вы себя чувствуете, Игнатий Тихонович? Да. Как себя чувствуете? Ну как, я не чувствую никак себя, мне некогда. Я все сижу... Там подкидывают мне, я уже все сдал, и по-прежнему корректировкой тут занимаюсь. А кроме того, готовимся ремонт дому. Там это огромные такие, я их один там, куда сыпать щебень и прочее. И щебня, и песка, наверное, по 20 тонн сразу завезу, и, потому что наклон не в ту сторону, асфальта был, там делать будем. Только сейчас из деревни приезжал Игорь там по делам своим. Барабаш с женой Еленой. Вот так. Ну, как я? Я определяю так. Во-первых, я боли не чувствую. Вот я сижу, боли никакой нету. Второе, у меня аппетит прекрасный. И сон хороший. А это главное. Главная болезнь – это желудок. Если есть. А у меня он не болит. А почему? Весны мне балуюсь, выпивки нету. Вот говорят, кто-то воздержание, а я этого не знаю. Вот сейчас Любовь Николаевна, она тут, она готовит, до этого Володя готовил-то. Она каждый раз спрашивает, что еще? Я говорю, ну, вчера, которая там дробленку сделала, сделай еще раз каши. Она там купила какого-то окуня из океана. Навар лишь бы был. Да еще от карасей у меня головы сохранились. Там смотреть нельзя, от них наваривается, как дёготь чёрная. Но это не вредно. Рву крапиву свежую. Не двудомная и не жгучая, а еще такая есть. Она маленькая ростом, сантиметров, может, 40. И ею парится, у кого там наружные какие-то болезни или что в бане. А я их беру, мелко режу, потом в кастрюле... Толкушкой толку, а потом туда подливаю как бы суп. И оно делается мягкое, и я его и поедаю. У меня ничего не болит. Но когда иду, и вот со ступенек соступаю, с коленем больно. Ну и что? Я находил пешком, я посмотрел тысячи километров. Тысячи. С детства пастух. Школа за 15 километров туда-сюда. От главной газеты «Алтайской правды», «Алтайская правда». Я каждый день ходил, мерил километры, набирал газеты, бумаги. Бумаги – отбросы. Отбросы. Ну и бумагу там складывал. Это большие такие получались журналы. Обрезал, я сам переплетчик. И разносил в университетах. Приходили студенты на дом. Милиция тогда была. Ну, нигде бумаги-то не было. Один раз только в лагере здесь есть Куета, я отправил туда 4,5 тонны. Это все на рюкзаке, в рюкзаке таскал домой.
Ну и когда вот это где-то там что-то было неладно, было принято решение всем отказать. Ну и мне отказали. А почему отказали-то? Кто-то там неладно сделал, а я... Он никак. Так я как начал собирать от мэра города, от губернатора, прокурора края, ходатайство. А этот Грохотов Владимир Георгиевич махнул рукой, да тут я усидеть не могу, говорит. Перестань. Вот так. Но я стал добиваться, а потом я ему говорю, вы-то сидите еще здесь, зря штаны потираете-то. Люди ждут. Я ношу. Обделанные как следует. Ну, представь себе, сколько этих тетрадей у меня было там, центерами надо. Они настоящие тетради, большие тетради. Страниц по 500, как книги. Формат, как журнал «Огонек». И это все бесплатно. Ну и журнал «Милиция» даже сказали, вещь утром в потемках один человек ходит, а я им помог, и они, дескать, с рюкзаками. Это вот меня называют. Для слова Божия нет, тут в книге там есть эта статья. Хорошее у меня настроение. Только одно думаю, сейчас издавать проповедь во свете Библии. Где брать деньги? Где? Во свете Святой Библии. Пока ниоткуда, только молюсь. Потому что первое издание 38 томов, которые я издал, тогда сообщества не было. Мне это обошлось 55 миллионов рублей на сегодня. Подарили, которые ездили в миссионерские поездки, 35 миллионов. А сегодня требуется примерно 11,5, наверное. А денег-то нету, у меня минимальная пенсия, ничего нету. Только бы люди где-то находились, брали там, купили. Ну, материал-то огромный. Это кто-то идею подал такую, издать все проповеди. На все они, не все маленькие, тут я... Каждую неделю одна проповедь выходит. Раньше у меня было по 4 проповеди в неделю, а если праздник был, так по 8. Меняется все. Я все время провожу вот сейчас здесь. Корректирую, прочитываю грамматику. Глаза не смотрят, да, плохо, но они не болят у меня. Я плохо уже вижу и слышу плохо. Нужды нету, меньше буду где-то выступать. Ну все. Что-то, братья. Берегите себя. Ну я как себя берегу? Ну никак работать. Вот сейчас виноградник, тут виноград у нас есть. И раскрывать он железо, сверху доски и большие ковры. Ну, старые это. Я все это просушил сегодня, опять на себе таскал. И, ну и как без этого нельзя. Вот как свободное время, я бегу за водой. Два ведра и колонка там, где была поближе, а сейчас 3 раза дальше. Ну, это мне разминка, нужды нету. Когда у меня позвоночник делали операцию, вот это опасность была. Меня берегли, не знаю, больше 3 килограмм поднимать нельзя. Садиться нельзя, только лежать или стоять. И вот у меня, меня берегли, это сильно мне помогло. Я сейчас 2 ведра с водой, нужды нету. Ну вот так. Я ж слышу, что вы тут говорили-то. Некоторые вопросы прямо провоцировали. А мне понравилось, Игнат Тихонович, потому что видно, что ознакомлены братья с текстом. Да, я и говорю. Учатся. Могли бы понять, да, что провоцируют такими вопросами. Ну, чтобы это задать, вы должны знать хорошо. Да, вопросы задать-то, это не просто так. Ну, вот видите как, вот я на один вопрос, который вы там говорили, где слава проще, вот я сказал как. Главное то, что сказал Христос. А сказанные его слова теперь расшифровываем в деятельности. Славу, которую имел у тебя прежде бытия мира. Он, Отец, одно, полное послушание, да будет воля твоя. Там что-то... Там Кроликов руку поднял. Ну, я не знаю, ему можно, нет, говорить-то. Роман, ну, если ты не сдал, сдай мне, что есть, а сам да проверю. Потому что Вячеслав уже все там, 4 тома он уже проверил, готовые к сдаче в типографию. Понимаешь как? Они идут,
по местам Писания. Ему уже надо вставлять, только нести все на 7-й том. Если есть, скинь мне сразу его. Уже не надо. Уже больше, ну, почти все сдали. А я еще остатки перебираю и доделываю. Но не посылаю Вячеславу, пока он не скажет, да, разрешаю, я ему сразу, потому что он главный. Что, молиться будем? Ну все тогда, Игнат Тихонович, да, тогда назначайте молитву. Хорошо. Посмотрим. А Владимир Шелихов есть? Да, Игнат, здесь я. Вы можете помолиться? Помолюсь. Ну вот сейчас пропоют, там Христос воскресе. Пропоете, я скажу, прочитайте молитву свою. И в конце прославьте Святую Троицу и громко скажите «Аминь». Кто согласен, говорите «Аминь». Молитва делается вашей. Согласны, да? Да, да. Все хорошо. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ангел вопияши благодать нечистая, Дева, радуйся. И паки реку радуйся, Твой Сын воскресе. Три дневе над гроба, и мертвые воздвигнулые люди, веселитесь, святися, святися, новый Иерусалиме, слава Бог Господня на тебе восия, ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Насвятися, можно делать земной поклон. Господи, слава Тебе за то, что Ты собрал нас в то время Твоего воскресения, Святой Пасхи. Большая благодарность идущему и всем, кто участвовал в этом занятии. Без себя, Господи, мы не можем делать ничего. Слава Тебе во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 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 Спаси Христос. Брат Владимир, благодарю. Большая благодарность за качество звука, за наушник.